И всем привет! Вы на канале Ведроид Гейминг, меня зовут Александр. Сегодня мы посмотрим игрушку Shadow of Kurgansk. Довольно-таки интересная игра. Разработчик, либо издатель Гайден, то есть это создатели всем известного War Thunder. Игрушка-выживалочка. Мы то ли упали на вертолете, то ли что, я не помню. Мувик пропустил. Не смотрел, короче, его толком. В общем, короче, у нас цель сейчас найти кремень. Так как палка у меня есть, теперь подойдет любой острый камень, чтобы... Что может быть острее, чем кремень? Только шуточки про негров. Давайте. Короче, выживалочка. Графони прикольный. Вот, и мы типа выживаем тут. Вон там вертушечка наша долежит. Да, мы упали с вертолетом. Короче. Это день у нас идет, да? Сейчас я потише сделаю. Вот. Посмотрим, что за игрулечка такая. Мы палки собираем, замечательно. А вот, наверное, и камушки. Вот, смотрите, на камне растет камень. Мы его соберем. Мы его соберем. У меня есть палка, кремень. Попробуем собрать кремниевый топор. Надеюсь, я не зря читал в детстве приключенческие книги. Примечание: нужно использовать рецепт из книги рецептов. Также актуальный рецепт отображается в виде иконки на экране справа. Ага, то есть мы сейчас будем по рецепту варить палку с кремнем. Замечательно. Давайте больше кремния возьмем. Надеюсь, у нас грузоподъемность не ограничена. Они такие все здесь крутые. Можно сделать кирку, которой можно будет разрушить валун или срубить дерево. Дерево источник дров, палок, листьев. К сожалению, голыми руками что-то там. Что, голыми руками никак, да? Знаете. Кора. Мы кору дуба собираем. Сейчас будем ее глотать. Рубить такое дерево я не успел прочитать. Какие, блин, быстрые подсказки. И палки нам дают тут. А из носа палки есть? О, можно зажать. Как в Майнкрафте. Ладно, давайте создадим. Где у нас книга рецептов? Рецепты базовые. Чтобы добавить рецепт в раздел, нажмите на значок звездочки. Ага, это типа избранное. А что один только рецепт? Ну, типа обучалочка, наверное, да? Давайте сделаем. У нас получился топор. Получилось, у меня есть топор. Я могу теперь выбраться из этой западни. На первый взгляд ничего сложного. Ух, сейчас я развернусь с топором моим. Окей. Нужно ударить топором несколько раз до тех пор, пока оно не упадет. Сейчас посмотрим, как оно падает. Как в Майнкрафте? Нужно выбраться отсюда, насколько я помню, из рассказов ничего хорошего в зоне меня не ждет, но и сидеть тут бесконечно я тоже не могу. Ага, окей, короче, все у нас хорошо. Кошмар. Сейчас мы порубим. А тем временем... Очень странный интерфейс. Мы сейчас сломаем наш топор. Надо потише еще, наверное, сделать что-то он прям. Все, топора нет. Так, вон наша цель. Найти яблоко. Я пока еще не голоден, но все же нужно начать делать запасы еды. Ага, окей. А вот и яблочко нашлось. Выглядит съедобным. Найденная еда автоматически помещается в пояс, находящийся внизу экрана. Пояс
Имеет ограничение по размеру. В случае переполнения предметы попадают в инвентарь игрока. А где инвентарь игрока? Что-то я устал от волнения, да и я проголодался, подкреплюсь яблочком. Давайте подкрепимся. Вот так вот быстренько мы подкрепились. Нужно быть осторожным. В зоне не все растения одинаково полезны и безопасны. Некоторые могут серьезно влиять на здоровье и мораль. Нужно раздобыть мясо, чтобы не умереть с голода. Здесь должны водиться кролики, крысы. Примечание. Можно ударить рукой или палкой, а можно кинуть камень. Вот у нас есть камень. Эй, ты уже камень, что ли? Ну, все ясно. Насколько эти грибы хорошие средства, чтобы поднять настроение. Поднимать с настроения грибами будем. Так, мы выделили цель, да? Блин, ну... мышь сумчатая. Это сложно будет, да. Чувак, ты только что упал, ты уже это, думаешь, что ты здесь жить будешь. Без огня я долго не протяну, нужно погреться, обязательно зажарить мясо, тепло. Блин, я бы, если бы упал на вертолете, я бы нифига не на крыс охотился, я бы в шоке бегал и орал. Пойдемте крысу залутаем. Тушка крысы, а это что? Ее можно разделать? Почему тушка крысы выпала из крысы, а не лежит в ней? Ну, он еще яблоки. Опа. А ведь наверняка эти заборы можно разбить, получить дрова. Наверняка. А зачем мне дрова-то? А. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какой-то монстр. Это что, мерцает оживший? Гадость какая-то. Это что, что превратились местные жители? Короче, зомбоиды на нас напали. Вон, смотрите, стоит зомби. Как я его не заметил вообще? Ну, все. Меня все колотит от страха. Никогда бы не подумал, что буду убивать, да еще и такое. Хорошо, что я отбился в этот раз, но не... но кто знает, сколько их тут, нужно быть крайне осторожным. А вот и зомбари, короче, полезли. Можно ли у них отчекрыживать конечность? Наверное, нет. Было бы прикольно. Что у него там лежало? Консервная банка, яблоко. Как называется эта трава? По-моему, лебеда. Да, это скорее всего лебеда. Окей, что? Давайте соберем лебеду. Топор-то как от травы коцается. А как палку взять? Рукой. Можно же травой, траву рукой собирать? Во, во. Ясно, да. Нож палкой удобнее траву дергать. Прикольно, руками можно палок наломать. Что нам нужно сделать? Труд. Я знаю, что такое труд. Я играл в DR Survival, и мне рассказали. Труд, труд, труд. Труд из палочек, труд из листьев, труд из угля, наверное, да? Уголь, да, ясненько. Вы можете начать строительство, не имея всех ресурсов, и добавлять их в любое время. Это нам понятно. Блин, а зачем я подсказки выключил? Здесь же, наверное, что-нибудь интересное будут говорить. Угу. Рецепты в данном разделе требуют наличия постройки костер. Окей. Чтобы сделать костер, нам нужно. Что нам нужно-то? Короче, давайте не будем отступать от сюжета. Возьмем топор. Да я не хочу ничего крафтить, я хочу топор взять. И нарубим дров. Графони прикольный. Такой специфичный. Давайте еще скрафтим топорик. Сделать. Угу. Да, в Майнкрафте, конечно, удобнее, что можно просто палец нажать, короче. И он делает то, что ты хочешь. А здесь именно кнопочка действия. Мы, короче, перегружены.
голод где? Вот голод 64. Утомляемость, наверное, какая-то. Здесь можно прочитать? Ночью желательно развести костер. Капец, мы перегрузились вообще. Ого, это кто пробежал? Я не успел заметить. Ну, надо какое-нибудь место хорошее найти. Похоже, эти валуны можно разрушить. Нужно лишь сделать подходящий инструмент. Да я, блин, мужики, перегружены уже. У меня камни как этого. Все, уже 25 килограмм, уже тяжело идти. Давайте вот здесь эту сейчас крысу убьем. Знаете, как мы ее... Не могу взять крысиное мясо, в рюкзаке нету места. А как тебя расширить? Вместимость 20 килограмм. А как это разблокировать? Непонятно. Да, игра бесплатная. Просто качаешь и все. Это что такое? На вас влияет скорость минус 47. Перегруз. Давайте крафтить. Костер. Топливо 1, труд 1. Как сделать топливо? Ну, делаем труд. Вокруг полно дров, палки, деревья. Нужно собрать необходимое количество, чтобы можно было разжечь костер. Если не получается найти на земле, всегда можно срубить дерево или куст. Окей. Ставим костер. Чё, как в тебя туда пихать? Костер, костер. Не понял. Два костра? Что? Что тут происходит? Теперь у меня есть топливо и труд. Можно разжечь костер в любом месте. В примечании после выбора рецепта на земле появляется заготовка костра. Нужно подойти вплотную. Справа появятся иконки материалов, которые можно использовать в строительстве. Вот, и строить. Чтобы почувствовать себя совсем хорошо, нужно пожарить мясо. Жарим мясо. А это, ну-ка, она скоцать будет, если мы в костер зайдем? Нет, скоцать не будет. А этот костер надо удалить. Зажарить крысу отлично пахнет, не очень уж и вкусно, но имеет смысл поесть, чтобы выжить. Какой-то шум, как будто что-то появилось совсем недалеко, похоже, нужно проверить. Да не нужно проверить, блин! Мужик, успокойся. Сколько у меня всяких вещей. Веревку какую-то нашли. Гвозди. Палок много. Уничтожить. Я надеюсь, мы одну уничтожим. Давайте. Давайте в костер их закинем. Че их уничтожать-то? Костер — надежная защита ночью. У него, короче, максимальное горение 4. Корешки какие-то поели. Замечательно. Ну, блин, я хочу это. Я хочу... Немножко это... Так, хотя бы, чтобы бегать можно было. Так, что у нас там по квесту? Туда надо идти. Угу. Курганск. Какой-то портальчик, смотрите. Сейчас нас выкинет. Воу, смотрите, какая крутая картинка. Нас, наверное, сейчас выкинет с этой тренировочной локации. Мы попадем прямо в ад. Где на нас будут переть зомби ночью. А днем надо будет строиться. Все будет квадратно. И название у игры будет немножко другое. Наш вертолет потерпел крушение где-то в горах. А я почему-то
Вот как это произошло, не понимаю, ведь все так хорошо начиналось. Я думал, полечу вместе со спасательной группой, посмотрю, наберусь впечатления для новой книги. Набрался, все погибли, я чудом выжил, потому что не был пристегнут. И теперь непонятно где. Один-одинешенек. Контракт. Нужно собрать крайне нужную и полезную в хозяйстве вещь. От успеха зависит судьба многих людей. Добыть 5 топоров. Окей. А где все люди-то? Итак, что мне известно? Да практически ничего. Я не знаю, где нахожусь, но явно вдали от места катастрофы. О зоне практически нет вменяемых сведений. Только слухи о том, что здесь происходит. Тем не менее, нужно выжить до прилета спасателей. Если они прилетят, должны прилететь. Окей, контракт. Итак, печальные новости. Выживать мне придется самостоятельно. И, насколько я понимаю, на помощь особо мне рассчитывать не приходится. Значит, обживусь. Исследую местность. Должен быть выход из этой долины. Попробую исследовать западное направление. Окей, нам нужно сделать 5 топоров. Сейчас мы это сделаем. И нам что-нибудь дадут за это. Что-то эту кишку уже где-то видел. Тут деревья росли, мы их рубили, нет? Ну, может, нет. Перегруз. Надо открытое место найти. Это что такое? Охота на монстра за 48 часов необходимо найти и убить матерый. Прикольно тут всякие эти. Народ-то тут есть вообще, нет? Или я один? Вот это же место. Вот Курганск, пожалуйста. С другой стороны, может быть. Ой-ой-ой-ой, потише, 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 потише. С тебя опять всякая Г упала. Это не матерый был чувак, которого надо убить? Нет, да? Перегруз. Яблочки. Ну вот же, мы же здесь костер жгли. Вот тут вот прям. Ну, я понимаю, что это была тренировочная локация и все дела. Да, я думаю, здесь можно будет остаться. А, делаем быстренько топоры. 5 топоров. Топор, простой топор. Кирка. Чем топор отличается от простого топора? Ну, нам что нужно сделать? Топор. Ну ладно. Делаем топор. А, делаем топор. Раз. Топор. Топор. Сейчас посмотрим, что нам дадут за это. Блин, простой топор. А в чем разница-то? Я не то делаю. Ладно, построю хранилище. Наверное, подойдет. А что ты здесь построился? Не нужно тут строиться. Надо где-нибудь вот здесь вот его зафигакать. Это магаз, да? Окей. Хранилище построим мы вот здесь. Вот так-то он выглядит отлично. Открываем. А, ну у меня их не забирают. Все, туда положили, замечательно. Бревно какое-то есть. Так. Топор, что нужно? Нужна веревка. Кремень, палка. Все, погнали, короче. Воу-воу-воу-воу, палка редкая. Надо редкую палочку найти. Где мы налутали веревку? Где-то тут вот веревка была, когда мы вышли. Может, это зомбаря веревка упала? А есть, может, крафт есть веревки? Топливо, топливо, топливо. Вот веревка. Нужно что? Стебель. Стебель чего?
Стебель чего нужен? Стебель какой-то нужен. Пойдемте стебель искать. Существует альтернативный способ предметов тапом по иконке или кнопкой поднять. В этом варианте вы можете самостоятельно решать, какие предметы поднимать. Конечно, ручной. Блин, я думал, это корова какая-то, это камень. Где взять стебель? Может, здесь? Не, ну блин, это надо наводить. Это уже не совсем удобно. О, стебель убежал. Нет, давайте сделаем автолут. Пока что автолут мне больше нравится. Пауза, задачи, карта настройки. Вот отсюда вот дропаются эти стебельки. Стебелечки, стебельки. А нам, между прочим, не 5 минут, а 5 часов это дали на это все дело. Но я думаю, мы успеем. Скрафтим. И что-нибудь получим за это. Так, стебель. Тут прям дом какой-то, смотрите. Что это, дом в зоне? Перед вылетом пилоты шутили, что, мол, заешь такой и мозги набекрень. Я думал, что байки обычные. Сейчас готов поверить во что угодно. Там явно какая-то вредоносная аномалия. Я бы не стал туда заходить по доброй воле. Ну и ладно. Не заходи. Будьте осторожны. Впереди природная аномалия. Аномалии могут подпалить вас огнем, ударить током, замедлить, свести с ума, а также затруднить путешествие множеством других способов. Постарайтесь избегать аномалий, но имейте в виду, что некоторые могут дать положительный эффект. Окей. Топор лучше использовать. Топор, давайте, поехали. Так мы уже забор долбим. Бревно, блин. Давайте палку возьмем. У него жизни побольше, чем... Не, ну я хочу зайти. В аномалию. Пожалуйста, лежит всякая штука. И чё, я не чувствую никакой этот... Разрушить можно? Тут, да тут жить можно. Хороший дом. Все как надо. Так. Ну, а кусты палки нет, не хуже, чем топор делаются. Специальное предложение. Нет, вот почему она бесплатна, то что здесь можно покупать. Зачем выживание что-то крафтить, когда можно купить, правильно? Изи. Веревка сделать. Сделать. Мышка. Так, не отходя от кассы, делаем и... Фигачим. Так, окей, теперь крафт, оружие. Что такое, почему топор? Теперь кремень нужен, да господи, кремень. Пощади меня. Что за энергия? Типа спать нужно или что? А, кремень у меня там был. Я же дофига кремня собрал. Все, бежим туда, надо еще похавать по дороге. Не, мне игра нравится. Народ, если вам игрулька нравится, можете написать об этом в комментариях, я замучу по ней летсплейчик. Пока это первый взгляд, я так с ней знакомлюсь, долго играть не буду. Ну и подожду ваши комменты. Сделал такой гроб еще, блин. Это реально тайник этот. Сундук такой стилизованный. Так, что мы можем сделать? Мы можем зайти
в эту штуку взять кучу палок, кучу кремний. Не всех три, блин. И камни еще возьмем. И замутим. Раз. Два. Три. Да ладно. Все, окей. Что нам дали? Сухой паёк, замечательно. Очки. Можно получать особенности игрока, приобретать предметы. Получаем. Открыть все, сюда сложить. Ну чё, ребятки, уже стемнело, пора спать. Чё за энергия, я не знаю, сейчас разберемся. Что? Специальное предложение, замечательно. Найти выход. Вон там вот выход у нас. Ночью желательно развести костер. Ну давайте разведем его. Как все сложно-то. Так, бревно, 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 бревно. Угу. Ну прикольно, тут все удаленно, то есть по вылезающим кнопочкам тыкаешь и не надо ничего искать. Ладно, мы все возьмем. Надеюсь, мы не обкекаемся. Окей, перегруз. Перегруз. Сделать. Что мы сделали? Это сделать. Все, костер горит, ура. Мы от него не поджигаемся. Все шикарно. Что-то понакрафтил всего. Из палки, наверное, копье получится. Вкусный корешок. Вкусный корешок. Пардон. Ну, в общем, все. Я, блин, от звонка опять забыл, что хотел сказать вам. Наверное, на этом все закончим. Если вам игрулька понравилась, пишите в комментариях, продолжу летсплеить по ней. Повыживаем вместе, посмотрим, что этот Круганск из себя представляет. Всем спасибо, всем пока, играйте только в хорошие игры.